состоялось 542-е пленарное заседание Совета Федерации. Перед сенаторами выступила председатель Сената парламента Республики Зимбабве Мейбл Чинамона. Парламентарии рассмотрели законы о создании судов на территориях Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Сенаторы также согласились с законом об особом порядке итоговой аттестации и поступления в вузы в приграничных регионах. Принят закон, который предусматривает возможность полного государственного финансирования производства и проката художественных фильмов для детей и подростков. Кроме этого, сенаторы проголосовали за принятие заявления Верхней палаты в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине. На пленарном заседании выступил генеральный директор, председатель правления Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Он рассказал о перспективах развития железнодорожного транспорта. А в рамках часа субъекта России с докладами о социально-экономическом развитии региона выступили председатель областного совета депутатов Дмитрий Аверов и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.